С начала года в нашем регионе активирован телеграм-бот «Теневой герой». Через него можно круглосуточно сообщать о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Пожаловаться можно на наркопритоны, о местах закладок и изготовления нарковеществ и их рекламе, в том числе о противоправных контентах, пропагандирующих наркотические средства и психотропные вещества. Вся поступающая посредством телеграм-канала информация будет оперативно проверяться, что позволит значительно увеличить уровень раскрываемости подобных преступлений. В целом борьба с оборотом и распространением наркотических средств ведется на постоянной основе. На территории города Кибастуз зарегистрировано 11 преступлений, в том числе 5 тяжких. Из незаконного оборота изъято 633 грамма наркотических средств, в том числе это высушенной марихуаны 28 грамм, гашиш 0,8 грамм и синтетические виды наркотиков это 604 грамма. Телеграм-канал позволяет стать дополнительным источником информации для правоохранительных органов, а жителям оперативно сообщать о фактах распространения наркотиков. 11.